Друзья, всем привет! Наступила вторая часть нашего видео. Вы помните такую, вот такую лопату я делал. Она из дуба. Вот так вот она выглядит, кто не видел. Вот, и сегодня вторая часть. И сегодня мы будем добывать воду из солнца. Но используя вот такую вот лопату. Ко мне приехал Артём. Всем привет. Да, и поэтому мы сейчас пойдем, найдем полянку, где мы сможем осуществить все три вида добычи воды. Я расскажу, какие. Вот, по ходу дела покажу. В общем, есть теперь у меня помощник. Есть вот такая вот лопата, которая весит 1,5 килограмма. И проверим заодно, как она копает. Погнали! Вот такие вот дебри заходим. Друзья, ну что, вот такая полянка, смотрите, тут она у нас такая закрыта со всех сторон. И сейчас здесь мы будем осуществлять добычу воды. Друзья, ну что, нашли такую полянку. Здесь сейчас мы выкопаем ямку, попробуем. У нас довольно-таки земля здесь сухая, поэтому будем копать. Это у нас как бы лопата из дуба, поэтому я думаю, что она самодельная. Да, осилит все это дело. Но вот, видите, копает потихоньку, не спеша. Но ямку, я думаю, мы выкопаем. Ну а сейчас мы можем все равно добавить воды. Здесь мы будем использовать способ именно с вот такой вот водой. Но пить, конечно, не такую воду, а очищенную. Сейчас она впитается, и мы немножко ее раскопаем побольше. И опять же нальем воды. Ну лопата неплохо копает, да? Ну, кстати, да. Все-таки форма обоснована. Такая штыковидная. Копает, да. Ну, конечно, очень жесткая древесина. Смотри, какая уже ямка. Все копает, пока вроде не сломал, все нормально, все целое. Я выкопали ямку вот такой вот нашей лопатой деревянной, и теперь укладываем сюда траву, вот по всему периметру. Ну, ее, конечно, не так может быть много нужно. Вот так вот сюда ложим траву, и нужны наши стаканчики. Стаканчик, а вот он. Теперь самое главное. Артём распаковывает стаканчики. И вот такой вот стаканчик. Возьмем такой двойной. Нам важно его вот сюда посередине поставить. Сейчас мы тут немножко создадим вот так вот. Вот, то есть он в траве, вот так вот завис, и все хорошо. А теперь берем пакет. Вот такой вот. Так, это обычные пакеты пищевые. Ну и нам нужно будет его. Сейчас попробуем. У меня два вида пакетов. Либо один, либо второй подойдет. Чтобы можно было
непосредственно его сюда постелить. И вот так вот его переминаем здесь, чтобы нигде не было щелей. Ну, лучше, конечно, если мы здесь вот уложим такие. По центру мы положим такой вот камешек. Друзья, выкопали ямку, теперь ставим сюда стакан, все по традиции, но земля сухая, там у нас она была влажная, а здесь на берегу, здесь высоко, вон там можно посмотреть, там находится озеро, вот, ставим сюда стаканчик и таким же образом берем пакет, вот, и теперь мы сюда пакет ложим, и нужно его плотно-плотно накрыть вот камушками разными. У нас сюда влага не выходила. Ну вот так, друзья, в общем, сделали мы в центре конус. Вот, и палочками натянули. Вот так. И землей присыпем, чтобы воздух лишний не выходил. И по идее все должно конденсироваться. И пар, который конденсируется здесь на пленке, сюда стекает в нашу кружку, нашу чашку. Поскольку влажность земли все время есть, была такая мысль через час-два посмотреть, но нет смысла. Мы оставим на сутки, перепад температуры, посмотрим, насколько вообще реальный этот способ. И возможно ли вообще что-то добыть. То есть вторую яму ты, получается, не заливаешь водой, да? Нет, нет, первую мы заливаем водой. Ну, мы три варианта. Три варианта, которые чаще всего встречаются в интернете, в ютубе, показывают, как добыть воду из земли при помощи солнца. Это вот один, когда вода есть рядом, но грязная, можно добыть. Второй, это когда вот у нас совершенно сухая земля, ну, относительно влажная, вот такой способ. И третий, когда мы вообще не можем что сделать, у нас есть такие пакеты, мы берем, об этом способе многие знают, мы берем просто и вот те листья, которые рядом растут и находятся на солнце, мы их вот собираем в пакеты. Ну, возьмем вот так вот. У нас возьмем вот так, допустим, сейчас найдем такие листики, вот эти, и соберем их в пакет, вот так вот, вот. Ну а поскольку есть сокодвижение все равно, то по идее мы должны получить некий конденсат, который должен скопиться в пакете здесь, и, соответственно, вот такая влага получается, которую можно выпить. Но один человек рассказывал, что когда-то это ему очень помогло. Вот, вот такой способ добычи воды. Давай проверим, потому что в интернете много. Валер, у тебя, по-моему, прорвался. Да. Берем пакет и вот так вот наши листья сюда, вот так вот, аккуратно, чтобы не порвать пакет, потому что легко очень рвутся. Так ты говорил, что какой-то кому-то мужику помогло очень сильно. Да, говорят, что была такая история, ну, на ютубе это есть, как бы о том, что человек шел. Два человека шло, у одного было 6 литров воды, он говорит, там есть озеро, то смысл, я вылью, оставлю только пол-литра. Пришли, озера нет. И вот таким способом якобы он добыл большое количество воды. Ну, конечно, в периоде, во времени. Вот, ну не знаю, насколько это правда или нет. Звучит как легенда. Может быть. Ну все, друзья, оставляем вот так вот наши пакеты, оставляем наши ловушки для воды. А завтра мы посмотрим. Не будем мы через час или два приходить, потому что нет смысла.
за это время может и ничего не появиться. А вот если это реально правда, то завтра мы увидим, насколько реально вот там появится вода. А это более вероятно, потому что здесь уже конденсат есть. И в наших пакетах. Так что, друзья, три метода. До завтра. Завтра мы увидимся. Ну, для нас пройдет сутки, конечно, а для вас там буквально секунда. Друзья, ну что, для нас прошли сутки, а для вас прошла секунда. И вот смотрите, вот один пакет все-таки порвали. И вот, кто-то, видать, проходил. Этот пакет висит. Посмотрим сейчас, есть ли там чего-то. И посмотрим, давай посмотрим вначале здесь, что у нас получилось или нет. Видно, видите, конденсат скопился здесь. Вот, но если он в самом стакане, сейчас посмотрим. Зайдем. Ну да, да, у нас тут, как видите, вон там на дне чуть-чуть. Капелька есть. Капелька есть воды. Выпить. Расставляю. Так что-то она с землицей. Ну вот видите, как бы здесь влажность есть, конечно. Ну, может быть, нужно было более плотно или как-то его закрыть. Хотя плотно было закрыто. Но я так вижу, что способ не сильно действенный. Да. Вот, может быть. Посмотри. Покажи сюда. Ну да, вот на самом пакете, видите, вот вода есть. То есть, в принципе, это возможно, но, наверное, в каких-то условиях более таких. Может быть, в лесу, там, где больше влажности. Но здесь как-то, ну, не совсем. Вот в этом месте, это как бы сушь такая. Вот, ну, давайте посмотрим, что там у нас есть. А ну-ка. В пакете. Один, видите, порванный. А в пакете особо ничего нет. Тоже. А ну, подержи. Да, в пакете я не вижу. Вот только капельки чуть-чуть и все. То есть тоже фактически ничего собрать не удалось. Вот такой вот он. Внутри, конечно, посмотрим. Видите, он влажный. Но, в общем-то, толку от этого нет. Пакет снимем потом. Это мне только что показалось, что там прям... Ну да, не. Что, пойдем посмотрим, что у нас получилось или не получилось. Потому что в двух всех случаях не получилось. Но здесь более влажно, но вот видно, конденсат скопился. Вот оно лежит. Сейчас поубираем. Посмотрим, есть ли что-то или нет ничего. О, нифига себе, тут даже чуть-чуть прилично так есть. Можно выпить? Так что да, можно попробовать. Хочешь продегустировать. Но это вот, я не знаю, по идее она чистая должна быть. Сейчас попробуем. Вот, ну тут даже влажно, тут чувствуется прям мокрая. Можно показать, он мокрая трава такая. Вот, это, но она не пахнет болотом, хотя здесь так болотом довольно-таки хорошо слышно. Сейчас попробуем. Такой непонятный вкус, вроде как и питьевая, но теплая. Не хочешь попробовать? Да не, я, наверное, не рискну. Добыть, наверное, можно, но это количество очень маленькое за сутки. Может быть, не в таких условиях, может быть, что-то неправильно сделали, но вот такое количество воды получилось добыть, так это часов за 12, наверное, по сути. Там ничего не получилось, потому что один пакет порвали, второй тоже он не насобирал влаги абсолютно с листьев. Хотя был плотно, довольно-таки герметично закрыт. Здесь тоже вот ближе сюда уже от воды абсолютно ничего не получилось. Поэтому, друзья, ну вот то, что есть, вот такая водичка, вот ее столько получилось. Попробуем какой-нибудь, может, другой еще способ. Но этот способ, я считаю, что все-таки он провальный, по сути. У нас ничего не вышло. То количество, которое получилось, им реально спастись от жары, я думаю, будет очень проблематично. Конечно, можно было еще пробовать эту воду, кипятить ее, конденсировать на костре. Но мы этого не стали делать, потому что на улице жара большая, и поэтому довольно-таки опасно разводить костры. Вот такое видео, вот такая у нас лопата. Лопата рабочая, это главное. Вот. Так что
доказали мы то, что, наверное, это все-таки способ нереальный. Ну, я бы сказал, он неэффективный. Он неэффективный, да. То есть какое-то количество можно собрать, но для того, чтобы реально напиться, это, наверное, будет мало. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик там не забывайте. Ну, а я пойду придумывать новые интересные видео. Всем пока.